А, что-то он мне... Ух, нихуя себе он тебе это. Так, придется сосредоточиться чисто на лечении. Ага, и глуши его время от времени. Это мне нихуя его поможет. Окей, на него моя глуха не делай. Ой, блядь, ты согрел еще одну черепаху. Блядь, придется убить сначала черепаху. Блядь, кто разрешит черепахе здесь находиться, я вообще не понимаю. Гейм-дизайнер, падла. Черепаха, сдохни, сдохни, все сдохло. Так, дальше. Да сдохни же ты. Тут, кстати, за задание дают очки чести и очки доблести. Mm. У тебя, кстати, есть вещи, на которых написано, типа, улучшено там 0 из 2 или 0 из 1? Нет, не знаю, не смотрел. Там, кстати, нам могут помочь, если, конечно, долбоёб будет перестанет смотреть просто так. Пати, киньте. Пошёл нахуй, к шиму. Блять, у меня времени нету. Где он? Сзади. Слышим, кинул, слышим. Пати. Не знаю. Нет, не кинул. Заебал, уйди. Там еще двое. Там двое, короче, чуваков. Пати, ё-моё. Слушай, развернись, кинь ему, Пати, я не знаю как. Ладно, попробую. Где он, блядь? Он состоит, блядь, в другой группе. Пошел он нахуй. Я не могу ему ничего сделать, так что это. Он в другой группе, я говорю, я его не могу пригласить. А. Паладин, ё-моё. Это наш колосс, мы уже половину сняли. Пускай идет нахуй. Да, бля, вот падла, а! Сука, он на меня сагрил, кто-то долбоёба. Не ссыся, нормально. Да я бы с радостью. У меня, кстати, у меня мана кончается. Так что давай. Нужно подойти поближе. Экстренно что-нибудь твори. Где этот ёбаный защитник? Там просто к нам водит. А с другой стороны, если ты не будешь его агрить, он нас не тронет. Блять, ладно, я затупил. Молодец. У тебя глушилки еще есть там? Да. Достанил его. Так, может успею чуть-чуть под... Ага, хуй, не успел. Вот хитрожопая сука, хотел нашего колосса спиздить. Блять. Чё? Синий экран. Да ладно. Ты ещё, ну еще один какой-то уебищный день, блять. Ты еще дерешься? Игорь, твой персонаж его добивает еще. У меня персонаж вообще псих. Забавно. И главное было вылечить вовремя. Интересно, как долго это будет продолжаться? Без понятия. Че, прям урон он носит? Да. Ебанись. Ему осталось 74 тысячи жизней. Блять, успеть бы его восстановить, чтобы его не убил его. Просто ты его хотя бы хоть чуть-чуть лечился и делал всякие эти штуки интересные. Все, завалили его. Бать, блять, я в офлайне его ебну. Так, я его облутую. А, ну у него есть частица гармонии, расколотые фрагменты голема и зандалатский камень и душ. Все? Ну и бабки. У меня на квесту был. А, 3 золотых дал только. Ну ебать.
Нет, это пиздец, конечно. Ты, кстати, прямо передо мной стоишь, я могу тебя лечить. Давай возвращайся быстрее. Да, я думаю, уже хоро. По-моему, пора спать. 2 часа ночи, самое время, чтобы играться. Ладно. Ну там еще кто-то босса завалил. Ой, кто-то...